наступлением сумерек на улице Пушкина зажигаются фонари, но только по одной стороне дороги. Здание и тротуар напротив тонет в темноте не первую неделю. На неисправной линии наружного освещения ни коммунальной службы, ни руководители санаториев, расположенных здесь, не обращали внимания, пока на проблеме не заострил внимание глава курорта. Вчера электрики приступили к наладке осветительного оборудования, провели ревизию, заменили лампочки в фонарях и восстановили обрывы проводов на линиях.